нас подполковник Трубячинский, дворец Трезения. Дворец Трезения. Так, а стишки какие там были? Чувство стыда появилось. А, ну давайте, стыд, да. Хорошо. Снова январь, по-московски сырой и гриппозный, мокрые вьюги и дождь ледяной на дворе. Чувство стыда было и сравнительно поздно в Греции древней на хмурой троянской заре. Неотомщенная обида оно не простит нам, и милосердие тоже оно не простит. Стать победителем, кровь проливая, не стыдно. Стать побежденным, это действительно стыдно. Попеременно то слабость являет, то силу, по лабиринту уводит непрочная нить. В смертном бою наплевать на ахейца, по хиллу, но за Патрокла не можно не отомстить. Вечно воюя светскую натурою дикой, тянется к солнцу зеленые это лоза, в царстве теней нелегко будет верно Эдипу, как на родителей сможет поднять он глаза. Стало сложнее со временем эта картина, вот и мои на исходе как будто года. Так почему же на меня накатило невыносимое, жгучее чувство стыда, стыд за мучение моих опозоренных предков, стыд, что по жизни не лучше ушел из дорог, стыд потому, что обманул близких нередко, а не обманывать тоже как будто не мог. Стыд за народ мой, привыкший к порядкам осторожным, стыд за желание новому верить царю, стыд за молчание и за того, кто, возможно, не понимает, о чем я сейчас.